Первая фраза. Все усилия и работа, которые мы обязаны совершить, это только чтобы раскрыть ничтожность наших сил и нашу низость. Да. Так, допустим, мы удостоились приложения усилия в работе и в результате раскрыли ничтожность наших сил и нашу низость. Но мы должны прийти к совпадению по свойствам с Творцом. Не понял. Наша главная цель — это прийти к совпадению по свойствам с Творцом. В отдаче Творцу. Да, в отдаче, и потом в совпадении по свойствам. Как он отдает, так и мы отдаем. Так мы прикладываем усилия в работе для того, чтобы приблизиться к отдаче. Да. В результате получаем ничтожность наших сил и нашу низость. То есть мы продвигаемся в обратном направлении, вместо того, чтобы подниматься к отдаче. Мы не поднимаемся к отдаче. Мы хотим прийти к слиянию с Творцом, и это даст нам силы отдавать Ему. Что значит прийти к слиянию с Творцом? Насколько я способен, как младенец, который... прильнувший к матери. Так ничтожность наших сил и наша низость. В чем? Мы низки в чем? Что у нас нет никакой возможности отдавать Ему. Это мы видим. Так как бы мы пошли по пути отдаления, не совпадение по свойствам, ведь Он дающий, а Ему мы получаем. Но ведь я слит, я как младенец, поэтому я не отдаляюсь. Я не отдаляюсь. Из чего мы растем? Из того, что мы в матке матери, мы растем как чужеродная сила, но мы отменяем себя, и поэтому мы все время можем там расти и получать все благо, все необходимое, что нам нужно.